Добрый вечер, мы из Украины. У нас у каждого николаевца яйца в два раза больше стали. Все поменялось в один день. Исчезла ностальгия по СССР. Все поняли, что Россия – это не СССР. И все быстро поняли, что мы не хотим никакой России. Все Украина по надусе. Любовь к родине, она у каждого своя. Кто-то любит Украину, кто-то любит свой конкретно двор, кто-то любит свой дом, свой город. Но все объединились, когда враг пришел. Поэтому в первую очередь это была воля, то есть характер, который был для того, чтобы обороняться. Первые дни войны, когда была неразбериха, именно ТРО вместе с патрульной полицией, с Нацгвардией, там, с подразделениями ДСУ стояли и отстаивали аэропорты. Они были первые. Руководитель, комбриг нашего ТРО, сам стрелял из ПТРК, с крыши. Поэтому роль конкретно в Николаевской области огромна. Нужны молодые люди, которые с высшим образованием, которые умеют планировать, анализировать и не боятся ничего. Офицерский состав среднего и младшего звена. Это самородки, они появляются каждый раз во время боя и дальше включаются. Мы хотим все освобождать, мы хотим вернуть наши земли. Оккупантам и их пособникам на оккупированной территории время быстро идет, всех найдем и всех накажем.